нас на связи Александр Кравченко, это житель Пятой Просеки, и немного о том, почему мы решили поговорить сегодня с Александром. Потому что вышло обращение к крик души, наверное, даже больше. Такое видео, где было где люди обратились к Дмитрию Азарову, депутату Хинштейну, с рассказом о том, как они живут. С рассказом о том, что застройка на Пятой Просеке, это такой район в Самаре, происходит просто хаотично, и дома вставляются в тех местах, где, казалось бы, и гаражата не поместилось бы. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Я предлагаю посмотреть несколько секунд этого видео, чтобы примерно понимать, что за видео, а потом поговорим с Александром подробно о проблеме, которая там освещается. Это микрорайон Пятая Просека в городе Самара. Здесь живут более 20 тысяч человек. Живут без права на доступную медицину, без права на образование своих детей и необходимую социальную инфраструктуру. За 20 лет местные власти не построили ни одной поликлиники. Здесь нет муниципальных детских садов, МФЦ и других важных социальных объектов. Из-за отсутствия своей поликлиники местные жители вынуждены обращаться в другой микрорайон, в поликлинику номер 14, которая просто захлебывается от нагрузки. Чтобы получить талон к профильному специалисту, нужно ожидать по 2-3 недели. Министерство здравоохранения Самарской области официальным письмом от 5 мая 2021 года за номером 4306 проинформировало одного из обратившихся жителей о том, что плановая мощность детского отделения СГП номер 14 составляет 76 посещений в смену. Фактическое количество посещений составляет 303. То есть... Ну вот, мне кажется, вводной информации достаточно. 76 против 303 реальных, 76 плановых против 303 реальных. Это проблема с поликлиникой. А, кажется, это в несколько раз больше, чем должно быть, да? Да и у нас в чате пишут, 14-е знаю, да. А расскажите, пожалуйста, Александр, как строится вообще жизнь физически? Сколько нужно ждать прием врача в поликлинике? Какие очереди в детских садах? Сколько кругов нужно сделать вокруг микрорайона, чтобы припарковать автомобиль? Ну и какие еще проблемы? Вот про поликлинику мы услышали. Расскажите, какие еще проблемы, о которых вы сообщили в этом обращении? В пять раз превышает плановые мощности, вернее, посещение в поликлинику, как было ранее сказано. Вот, вчера житель сбросил талон записи к узкому специалисту, и срок ожидания составил 1 месяц. Вот, тем более сейчас у нас идет подготовка детей к поступлению в школу, то есть собираются различного рода документы. Вот. Что можно сказать? Ну, в нашем районе где-то примерно проживает около 20 тысяч человек. Вот. Потребность в детском саде колоссальная. Но на очереди, по предварительной информации, находится 700-800 детей. Ближайшие садики – это 607, по-моему, если не изменяет память, 146. В них очередь очень, очень большая. Вот. И, соответственно, в этом районе Пятой Просеки сады, как таковые детские сады, отсутствуют. На данный момент достраивается во второй очереди пристроенный детский сад, но он всего лишь на 70 мест. Это только лишь льготники, и, скорее всего, они не будут даже иметь возможность попасть в этот садик, потому что квота очень маленькая. С парковкой, ну да, с парковкой здесь беда. Вот, тем не менее, есть подземные паркинги, но они переполнены, люди бросают машины. Ну, наверное, это как и везде. Вот, но парковочных мест практически нет. Вот. Знаете, Александр, я сейчас вам задам вопрос, который вы точно совершенно очень не любите и слышали миллион раз. Но если так все плохо, то что же вы там квартиры покупали? Здесь все шло, как сказать, по накатанной. Застройка началась в начале 2000-х годов. Вот. И каждый застройщик при презентации своего проекта декларировал определенные социальные объекты,
Это, допустим, и компания «Берег», которая обещала построить поликлинику. Вот, однако, как заверяют застройщики «Берега», представители «Берега», Минздрав не принял данное строение, потому что оно не соответствовало нормам. И теперь там коммерческая недвижимость, там перекресток и на втором, на третьем этаже офисы. Удобно. Вот, да, «Промтехстейт», который строил ЖК «Изумрудный». При презентации проекта дом номер 119, получается, пятый просека, вообще был детский сад. Вот. Этот дом на данный момент, это многоквартирный жилой дом, вот, в 18, по-моему, 17 этажей. Вот, понимаете... По проекту был детский санаторий? Детский сад. А, детский сад. По проекту был, да, детский сад, а потом из него сделали жилой дом. А почему построился многоэтажный жилой дом? Просто не углядели. Один раз моргнули, оп, строили детский сад, а там жилой дом. Нас упрекают в том, что для того, чтобы перед тем, как подписать договор о долевом участии, товарищи, вы должны быть полными экспертами и не вешать, как бы не ловить лапшу на уши, а именно изучать практически всю проектную документацию и смотреть, что находится именно в проектной документации. Но люди у нас в России всегда доверчивые. Они посмотрели рендер, вот тут детский сад им представили. Вот, а дальше в документы не углубляются. Ну, на русское авось. Но, тем не менее, в каждом из этапов что-то было. Вот, к примеру, старожилы говорят, что когда строили спутник, лицей, его вообще презентовали как муниципальную школу. Спутник построился, вот, и стал частным лицеем. Вот, и поэтому нам все говорят, вы голосовали рублем, вы сами выбирали, но из года в год все накапливалось в то, что мы имеем на данный момент. Кстати говоря, в определенный момент тоже была жителем вот этого района, на Солнечной, на Пятой Просеке. И могу тут только подтвердить, что изначально этот район был очень перспективный. Там было вокруг зелено, там было недалеко до Волги, там были свободные места под действительно там школы, детские сады, поликлиники. И это все и правда обещалось. Мне в этой связи вот что интересно, что происходит с ценами на жилье в этом районе? Вот он становится все менее и менее пригодным для жизни. А изменяется ли цена квартиры, которой вы владеете? Ну, в прошедшие годы рынок недвижимости странно вообще себя повел. Вот, я думаю, так стоимость везде повысилась. Вот, отследить какое-то выделение нет возможности. Ну, цены везде подскочили. Вот. Спрос уверенный. Есть на Пятой Просеке, есть и новостройки, есть и вторичное жилье. Вот буквально недавно я открывал 300 квартир, включая новостройки и вторичное жилье. Поэтому спрос есть, квартиры продаются, покупаются. Вот. Цены дорогие в любом случае. Видишь, не влияет, значит, это на цены. Удивительно. То есть люди продолжают голосовать с рублем. И на самом деле и сейчас заезжают вот в подобный район. Я имею в виду люди, которые вновь приобретают квартиры уже, не те, которые там 3 года борются за то, чтобы не вырубали, не знаю, деревья вокруг леснухи. Александр, а продолжают там строить новые жилые дома? На данный момент идет к завершению проект «Акварели ЖК», который ближе к Волге. Они уже такой немного затяжной проект, с 10-х лет строят потихонечку. Вот. На данный момент Министерство строительства несколько месяцев назад выдало разрешение на строительство группе компаний «Берег» с проектом «Омега». Это на данный момент только, не могу сказать про будущее. Проект 403 квартиры. Вот, и получается уплотнение. Вот, буквально неделя, полторы назад Минстрой отказал компании «Сила спорта». Здесь данная компания хотела построить одноподъездный дом на 20 с лишним этажей, но не получила разрешение на строительство. То есть здесь есть 3 участка земельных, оставшихся, где можно что-то сделать. Они все находятся в частной собственности. Резерва не производилось земельных участков для соцобъектов. Ну, как бы вот вокруг этих 3 участков, которые находятся в частной собственности, и
так сказать, идет постоянный диалог, что если их застроят, то, соответственно, соцобъекты как бы строить негде будет вообще. Ну, то есть, власти наверняка же знают об этой проблеме. Там Александр Хинштейн регулярно участвовал в встречах с жителями Пятой Просеки и пытался отстоять там место, которое очередным домом хотели застроить. И школу обещал, и к губернатору уже вы не раз обращались. Почему, как вы думаете, ноль реакции? Они не могут ни на что повлиять, потому что, ну, земля уже находится у участников собственности. Они не могут ни на что повлиять, потому что денег на поликлинике нет. Или, может быть, все-таки они не знают о проблеме? Знаете, мы удивляемся тому, что ни губернатор Дмитрий Игоревич, ни Елена Владимировна как бы не реагируют на нас. Вот. Недавно приезжала Елена Владимировна, и она так удивительно спросила, когда ей сказали, вот здесь будет Омега ЖК. Вот, она сделала такой вид, что она даже никогда не слышала про этот проект, хотя диалог уже с названием Омега, как минимум, фигурирует в сфотках, там, в СМИ полгода. Вот, единственное, кто помогал и до настоящего времени поддерживает нас, это, конечно же, Александр Алексеевич Хинштейн. Благодаря его поддержке на Пятой Просеке только лишь появилось два корпуса школы, вот с этим вот пристроем, садиком. Почему не получается? Я не думаю, что сложности с бюджетом. Как официально, из официальных ответов, соответственно, все участки, которые на Пятой Просеке остались, они находятся в частной собственности, и нет возможности на них строить. То есть диалог о выкупе земельных участков, они как бы не поднимаются со стороны чиновников. Вот. Хотя один из участков на вид продается за 77 миллионов на данный момент, который полностью подойдет под соцобъект, в принципе. Компания «Берег», по информации, в момент диалога и нахождения консенсуса предлагала 7 вариантов городу для обмена своего земельного участка. Но все предложения компании «Берег» были отклонены ввиду того, что все перспективные земельные участки в городе уже предоставлены компании «Новый Дон». Вот. Поэтому все старались, но ни у кого ничего не получилось. Вот еще у меня какой вопрос. А что вы требуете? Если честно, когда я смотрю на вот этот район, Пятой Просеки, Солнечный, вот этот квадрат, мне кажется, что его уже не спасти. Я вот наблюдаю, поликлинику вставить негде, негде вставить школу. Уже такая бешеная застройка, в которой не особо комфортно живется. Чего вы хотите? Что, по-вашему, сейчас вот войну, например, к которому там тоже обращаетесь, может сделать? Ну, прежде всего, школа есть, даже два корпуса, но, к сожалению, вот их второй корпус сейчас вводят, но они уже, эти оба корпуса перегружены. Вот, мы хотим, чтобы у нас в рамках нашей локации появился полноценный детский сад, как минимум хотя бы мест на 200, на 250. Вот, детское отделение поликлиники появилось, вот, чтобы дети могли, которые проживают, их здесь очень много, могли не стоять в очереди к узкому специалисту по полтора месяца, а могли как бы полноценно и быстро получать обещанную Конституцией услугу. Вот, буквально недели полторы, 18 июля, наш президент Владимир Владимирович Путин всем губернаторам дал понять, вот, и ТАСС эту информацию подтвердила, вот, что стройкой, вот, конечно, план никто не отменяет, но за это время, видимо, уже не единожды обращения идут в администрацию президента. Владимир Владимирович сказал, что нужно не забывать про социальные объекты. Это прямое указание, потому что выезжать из района, чтобы везти далеко в детский сад, конечно, это неправильно. Ну, Владимир Владимирович и Конституцию обещал никогда не переписывать, и пенсионный возраст никогда не поднимать. Тут я бы не уповала, если честно. Я пытаюсь понять. Вот я, допустим, Владимир Владимирович, я все могу.
Но вот я смотрю на пятую просеку, и даже все могу, не понимаю, что там сделать. Если там реально уже некуда просто воткнуть, то что он сможет сделать? Придется же снести, значит, какой-то жилой дом, наверное? Или все-таки у вас есть конкретные предложения по площадкам, на которых еще можно разместить это? Ну, по предварительной информации, когда мы пытались найти консенсус компании «Берег», на территории присутствует в частной собственности участок на 800 соток, вот, и представители компании «Берег» знают, где этот участок есть. Вот, также, как я сказал ранее, есть три участка, один из которых даже сейчас в живом формате продается на Авито. Угу. Вот, вот. Понятно, то есть предложение выкупить государству участника этот участок. Ну, когда-то же они же были переданы в частную собственность, скопом их сдавали без резерва. Ну, наверное, это хоть какой-то вариант оставшийся. Ну, на месте частника, честно говоря, я бы ни за что не продавала этот участок. Есть ли выгодное предложение, почему не продать? Да потому что сложно выгодное предложение на землю предоставить, если можно там построить свечку в 20 этажей, продать квартиру. Тут вот есть с этим определенные сложности. А, тем не менее, я району Пятой Просеки и Солнечной, как район, в котором прожила некоторое количество лет, желаю успеха, желаю добиться там... реализации вашего права и на медицинское обеспечение, и на образование детей, да и право просто ходить и дышать свежим воздухом и видеть небо за домами. Спасибо большое за комментарий. Это был Александр Кравченко, житель Пятой Просеки. Спасибо. Удачи.